благодарна за то, что она меня, Таня, что вот ты меня познакомила и вообще рассказала об Андрее Крючкове, об этом замечательном, удивительном совершенно человеке и композиторе потрясающем. Я впервые узнала от нее, потом стала слушать его песни, и вот и до сих пор очарована его голосом, и его вот этим, его музыкой, его талантом. Его давно нет с нами, но он все равно с нами. И кто вот не знает его песен, из тех, кто здесь, наверное, многие знают и любят его, а кто не знает, вот постарайтесь узнать и их услышать. Это останется с вами на всю жизнь. Таня, вот посвящение Андрею Крючкову. Я знаю, что Тане нравится это стихотворение. Так не живут, так ждут освобождения и выбирают место потемнее. Кому-то доля не бывает счастливым в саду, не оставляющим теней. Кому-то доля вечная отлучка от очага, от стаи, от земли. Их выбирают небеса поштучно, и вдаль уносят тучи корабли, но души их вычерпывают слезы из заповедных горестных криниц, соднят под сердцем вечности занозы, и свет не долетает до ресниц. Им полночь, жизнь, а музыка отрава, отрада, отрада и жажда, и стезя пред ней они, все властны и бесправны, но только им одним всегда верна она.